calcio con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Снайдер. Это. Ну, здесь неудобно было развивать атаку. Через Тиаго Мотту в кои-то веки играет Интер. Снайдер пропускает мяч. Арджо здесь. Не было ли офсайда у этого? Хорошая комбинация. Арджо, удар по воротам. И гол! Выходит вперед Интер. Хусин Харджа, марокканец. Первый мяч свой за Интер забивает в третьем матче. Вообще, надо сказать, что пополнение это очень-очень неплохое, свежее. Ну, Харджа в аренде, тем не менее, он уже прижился. А это умница. Тонкий все-таки очень игрок. Посмотрите, как он раскачал, как магнитом притянул на себя двух защитников и в лазейку между ними. Бросил мяч прямо под удар марокканцу, который долгое время, находясь в тени, с появлением Снайдера, словно бы обрел лишнюю степень свободы. Ну что ж, нельзя не отметить Леонардо, который все-таки угадал замены. Хусеклеп, Ривас, потеря здесь в Паризе. И еще дальше. Гатси в атаку. Надо идти. Кампьясо здесь, не забудьте, вышел укрепить центральную зону. Вот теряют мяч миланцы. Будет шанс еще у Бари. Снайдер. Здесь, конечно, чувство мяча сработало. И вот уже Пацини рвется штрафной. Входит в нее и бьет дальний угол. Джампаоло Пацини. Два матча за Интер и три гола. Пусть и случайно он забил. Надо признать, потому что, ну, не должен вратарь уровня серии А, опытный такой, пропускать под рукой себе мяч. Но что было, того уж не вернуть. Здесь молодец Снайдер. Подсуетился Тиаго Мотта, ну и Пацини растерзал оборону. Бил не очень-то, скажем так, наверняка. Но все-таки отличился и на этот раз. Джампаоло Пацини. Три гола за Интер. И 2-0. Миланцы побеждают. Набирают 41 очко. В 7 пунктах они позади Милана, имеют матч в запасе. Уже они сравнялись по очкам с Лацио. Они по потерянным остаются выше Наполи, то есть на втором месте. Интер по-настоящему включается уже не призрачно, а реально в борьбу за очередное, возможно, шестое подряд Скудетто. А Бари остается на последнем месте с 14 очками. Но сегодняшний матч показал, что этой команде не хватает класса. Хотя она задорная, она в основном проигрывает тем, кто рядом по классу. Именно за счет слишком открытого для итальянской серии А футбола. Сегодня она проиграла просто потому, что мастерства маловато. Авьер Санетти. Еще на третий гол Интер пошел. Подача. Скидка. Снайдер. Как Снайдеру не хватает голов. Ну и вот на 96 из 95 минут матча Лесли отличается. Тут же звучит финальный свисток. Первый гол. Первый гол Лесли Снайдера. Он ликует, как будто все-таки вручили ему золотой мяч. Мяч был желтым. Мяч, конечно, счастливый. Все сложилось для Интера. Хорош. Хусин Харджа. Ну что ж, вот такая игра, которая подтверждает, что на классе все-таки Интер способен побеждать. А это информация для размышления. Ау, где там Милан? 3-0 в пользу Интера. В Бари. Вел репортаж Александр Шмурнов. До новых встреч на НТВ+. Счастливо.